Произведение Абая – жемчужина музыкального искусства и бесценное наследие для народа Казахстана. Такие композиции, как «Желсистынде жарыкай», «Козымның карасы», «Айтым сәлем қалымқас», «Сегасаяк», не потеряв изначальной красоты звучания, навсегда остались в сердцах ни одного поколения казахстанцев. Зрители с нетерпением ждали эти песни и с удовольствием подпевали. В ходе вечера были исполнены более 20 композиций Абая в сопровождении оркестра казахских народных инструментов имени Кенжебека Кумсбекова. Есть очень много песен Абая, включить их всех в один концерт невозможно. Это первое из мероприятий, посвященное 75-летию великого поэта. В сегодняшней программе исполняются известные песни Кюи Абая. Год только начался, и у нас большие планы. Большинство зрителей, пришедших на концерт, люди старшего поколения. Они связывают эти песни с детством и ностальгируют. Мы с детства учили произведения Абая, сейчас мне 75 лет, я не представляю своего детства без этих песен. Каждое слово автора – назидание для подрастающего поколения. Мы не должны забывать великое наследие наших предков. Все песни Абая прекрасны. Я хочу пожелать молодым людям, чтобы они могли понимать эти произведения и наслаждаться ими. Концерт прошел очень хорошо. Также в ходе вечера были исполнены песни и романсы поэта, прочтены слова назидания и арии из оперы Ахмета Жубанова «Абай». Стоит отметить, что коллектив областной филармонии планирует ежемесячно проводить вечера Абая. Рамиль Досумов, Абзал Балтабаев, Василий Вержняков, Кокши Акпарат.